Привет, с вами компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию стационарную небольшую циркулярную пилу. Вот она перед вами, серия «Woodstar», бренд «Шепах», моделька ST10S. Компания «Электромотор». Значит, вот она перед вами, она небольшая, то есть не габаритная, просто стационарная на ножках. Подставка идет в комплекте, установлен в ней 250-й диск, мощность ее составляет 2 кВт. То есть, как я уже сказала, небольшая. Размер стола 642 на 484 мм, вес порядка 20 кг. Упоры, то есть, в принципе, для равномерного и криволинейного резов. Далее, что сзади имеется патрубок для подсоединения пылесоса, но я думаю, как бы это не важно снимать. Мерные линейки, в принципе, то есть вы выставляете себе толщину, ширину, да, сейчас я просто не вижу. Угол наклона диска, высота диска, включение, выключение. Колес для передвижения нет, потому что, как я уже сказала, это обычный бытовой сегмент, просто для выполнения ключи. Работ. Ключи в комплекте идут очень классно, не нужно в гараже рыться, то есть все у вас есть под рукой. Диск идет также в комплекте. Вот так вот зафиксировали и начинаем работать. Обычный металл, сразу скажу, не чугун. Но как бы для выполнения таких работ бытовых вам хватит с головы. По вопросам покупки обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Мы официальные дилеры «Шепах». В наличии они у нас есть. Напоминаю, под бренд «Woodstar», а производитель «Шепах». Гарантия год, доставка по всей Украине перевозчиками. То есть сегодня вы заказали, завтра уже у вас. Также все цены на сайте ознакомительны, поэтому звоните, требуйте скидку. Мы заинтересованы для того, чтобы вы купили данное оборудование в нашей компании. Звоните, торгуйтесь. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».